Итак, господа, сейчас вы наблюдаете картину писающий ман. Писает потихонечку. Это, как вам сказать, идет... А это кто тут едет? Ставки на спорт! Один эксперт! Большие выигрыши! Один эксперт! Быстрые выплаты! Один эксперт! Надежный букмекер! Один эксперт! Один эксперт! Букмекерская компания. Напылил-то напылил. Фу-ху! Купил. Да ладно, ты прям в кадр попал у меня сейчас. Отвечаю, смотри. Желтая, на, это тебе подарок. Это тебе баллон серебрянки, чтоб ты не жадничал. Спасибо, чувак. А это вот ты драк. Ты настоящий друг. Я знаю. Вот все, теперь у нас вообще все будет по красоте. Будет, короче, у нас... Желтые ступицы задние, серебряные диски. Итак, на самом деле идет замена. Сейчас будет у нас жидкости водяной. Так, баллоны здесь. После установки радиатора, соответственно, его нужно промыть систему от старой всякой ненужной шлаков, грязи, что там было. В общем, я еще как-то заливал, вспомните, этот герметик. И вот сейчас это была залита вода с лимонной кислотой. Первый раз она прошла, я ее слил. Сейчас ждем и зальем второй раз. Все, опять прогоним, опять сольем. В общем, все это будет дальше. Кстати, машина помылась сегодня, вся чистенькая стала. Видите, все аккуратно. Прицеп тоже, кстати, помылся. Сейчас начну снимать задний энергоаккумулятор. Сейчас я покажу, где он находится. В общем... Видосы, ребята, по ремонту. Неделю стою вот на ремонте, делаю мелочевки, занимаюсь мелочевками. Так, вот вы видите, можете видеть. Это у нас трещотка, это у нас вторая трещотка. А вот там стоит энергоаккумулятор. Вот мне, по-моему, надо будет снять тот, что слева, но посмотрим. Его снимаю, и там мне камеру надо посмотреть. Что-то у меня на немного шипит на тот момент, когда я торможу. Когда я даю тормоз, она начинает шипеть. Ну, в общем, это камера 100 пудов. Так, что у нас еще? Обзор по низу. Наверное, смажу я машину сразу же. Все сделаю. Воздух есть, все есть, все есть, все есть. Ну все, господа. Остается заниматься машиной. Дальше у нас еще очень много чего интересного, что я купил, что будет на машине. Так что все увидите, не переключайтесь. Вот, ребята, сегодня мы после... Еще не закончили работу, но уже хоть голодный, короче, хотим есть. Готовим быструю пищу. Воп-воп-воп-воп. Аж не влезают. Я думаю, что сварятся. Плитка перекочевала из мана на улицу. Ну что, ну не влезли, а что делать? Или влезут? Нет, не влезут. Для этого есть морозильная камера. Вот она. Завтра будем остальные доваривать. Быстро и сердито. Бельмени. Вот так вот, на стояночке. Живем, называется. Джек Дальнобой там прицепом занимается с Александром. У нас тут поет музычка. Обзор стояночки вам. Видите, МАЗ-54. А, это же два жененных МАЗа, Годзилла и 5440, смотрите, стоят рядом. Интересно, что же такое, что же будет с этими МАЗами? Но это вы узнаете, наверное, из канала Джек Дальнобой. А я
варить бельмени, так как я очень голодный. А завтра будем уже снимать новые серии про мана, про прицеп. Обещаю, выйдет обзор прицепа скоро. Должен прямо вот уже выйти. Так что все. Всем привет. В общем, сегодня у нас опять очередной день ремонта. Вчера вечером покрасил дышло прицепа. Дышло, в общем, крашеное. Дальше, что сегодня было потрачено куча денег на этот прицеп, на машину. На машину, в общем, я купил на двери вот такие вот упорчики. Знаете, да, вот так вот будет все. Ворота крепить. Дальше потом купил нормальный башмак железный. На всякий случай взял под него вот эту вот вещичку. Вещицу. Как-то вот он, она так идет. Так, литол Газпромнефть смазывать автомобиль. Взял вот эту вот ступенечку. Это на борт будет прицепом. В общем, короче, ступенька, чтобы залазить. Взял вот такие кронштейны на крылья. Приварил я сюда, видите. Вот эти вот трубы, где не было. Вот. Вот так вот мы будем одевать. Вставлять новые наши крылья. Вот, взял два крыла наперед, назад. Крыльев не было, возьму попозже. Вот так вот будет у нас передние крылья выглядеть. Вот, наверное, как-то вот так вот. Как-то так, да. Вот, эту чуть вниз загну. Да, вот так вот. Два крыла наперед. Так, вот эти вот опознавательные знаки автопоезда. Длинномерная. Это их два, они будут сзади у нас на борту. Приклепаю. Хотел потом, но ладно, здесь уже облезло, видите. Поэтому новенькие сюда вот так вот я и сделаю. Два штучки. Дальше, дальше, дальше. Это здесь остается. Купил я повторитель на бампер. У меня нет с левой стороны. Дальше. А сушителя купил картридж, видите. Так, сейчас я вам покажу его. Вот он. Не вапка, конечно, но тоже хороший. Хорошая фирма. Так, кронштейн я купил на все колеса. Взял я на рукоятку, на руль. Может, кто знает, у меня она, короче, сломанная, блин. Я, короче, заморочился и купил новую. Такую же, как старую, но новую. Тоже мне надоелся старый, короче. Ну, это все мелочи. В общем, но приятные мелочи. Так что все, начинаем работать. Покрашу сегодня еще диски на прицепе. Да, покрашу диски. На машине покрашу, колпаки поставлю, которые купил, которые давно хотел поставить. И, в общем, начинаем работу. Так что покажу вам результат уже, когда все будет сделано. Ну все, поехали. Господа, начинаем покраску диска на прицепе. Так. Тут слоев, наверное, так надо много. Видите? С той стороны я уже покрасил диск. Сейчас вот с этой стороны осталось. Но я бы там еще, конечно, его подкрасил бы чуть-чуть. Сейчас первый слой положим. Пойдем с той стороны подкрасим. Вот так. Таким способом. Видите? Краска. Так вот, так вот, так вот, так вот. В общем, короче, обалденная у нас будет вид обалденный этих дисков, как новые будут. Сейчас я вам пойду и с той стороны покажу, что получилось у меня вчера. Вообще, и что вчера было сделано. Так, наверное, первый слой хватит. Так, вот они, новые колпаки на машине стоят, с той стороны также. Крылья я еще не прикрутил, болты сегодня только вот купил болты, сейчас буду прикручивать. Ступицы желтые, правда, краска яркая. Так, и самое главное, вот эти вот штуки, смотрите. Вот, смотрите, что я приделал
кто знает, это держатель ворот. Вот так вот они работают. Вот я вчера приварил с этой стороны. Так, потом вот с этой вот стороны тоже вот он. Видите? Наконец-то я теперь не буду держать эти ворота. Так, лестницу я примострячу. Вот, я вчера покрасил на машине диск. Видите, как получилось? В принципе, довольно-таки неплохо. С колпаком смотрится это все. Дальше. Что дальше? Так, это нам уже не надо. Так, вчера я держал, когда варил башмачок. Башмачок. Я его тоже сегодня покрасил, доработал, купил железный, в общем, пластиковый не стал покупать, так как пластиковые ненадолго, они ломаются. Видите, он встает в родное место. И вот у меня вот такие вот резиночки есть. Вот я вчера приварил шайбочки, чтобы он не выпал. Все, он будет держаться. Ну, с той стороны не стал приваривать, хватит с одной стороны. Так, это по машине. По прицепу дышло уже покрашенная. Сейчас покажу вам диск. Так, а мы же его красить пойдем. Мы же его пойдем покрасим. Крылья пока что еще не готовы. Вот этот хороший тут диск сейчас. Эти покрасил я в черный. Задние крылья надо купить. Вот, видите, диск. Конечно. Не, наверное, я его не буду красить. Смотрите, он и так неплохо выглядит. Есть, конечно, вот маленький непрокрасный, но его надо сейчас мыть, он грязный. Я думаю, от того, что я его еще раз покрашу, лучше он не станет. Потом, вот, приклепал обозначение, типа, что это большая машина. Ну и, в принципе, они неплохо отражаются. Так, ну, по прицепу красить его я буду потом. Здесь я приклепал подножку, чтобы залазить вот такую вот чик. Видели, да, я его показывал? Вот, дальше. По машине тут много что было сделано. Очень много. Очень много. Ну, в общем, красим дальше. Занимаемся. Все сделаю, все вам покажу. Ребята, вот этот ответственный момент, когда я снял этот чертов козырек. Давно все просили, все ждали. И, наконец, все. Я его снял. Снял еще вот эти вот кронштейны, которые были крыши приделаны. Потому что они весь вид тоже портят. В общем, сейчас провода сделаю, получается, с этой стороны. Нормально проведу на противотуманку. Как раз там провода сгнили, надо их или поменять, я не знаю. Не, менять их не надо. Их надо просто, видите, хорошо посмотреть, что с ними. Вот здесь вот что-то там еще. Здесь какие-то скрутки. Ну что, как вам видон? Нормальный, нет? По-моему, не очень. Не хватает что-то, чего-то сверху, да? Вот смотрите, вольвочка, все, у всех все есть. Сверху у меня нету. Думаю, черную полоску вот так вот сделаю. И будет, наверное, нормально. Ну, вообще в приоритете ставить кепку. Вот, ищу кепку, пока не могу достойную кепку найти на крышу, чтобы была высокая кабина. А так бы я с удовольствием эту кепку бы поставил. Ну ладно, на этом сегодня, наверное, ремонт закончен. По прицепу, ребята, тоже много чего сделано. Так, поставил я все-таки крылья новые. Правда, задних еще не купил, но пока передние. Вот они, видите, как смотрится красиво. С этой стороны, с той стороны также. Теперь, надеюсь, пескоструить не будет его. С этой стороны этот прицеп. Думаю, будет нормально. Задевать они тоже об эти не должны, вроде как дуги. Задние и дуги здесь эти есть. Трубы надо поменять, крылья вот эти вот выкинуть все. Вот это, что это такое вообще? Нормальные крылья поставить, и будет четко. В общем, занимаюсь, ребята. Так что смотрите, чем я буду дальше буду заниматься. Я себя не показываю, потому что я весь грязный.
Вот моя грязная рука. Все, начинаем дальше. Чиним. Крутим, вертим. В общем, работаем. Итак, смотрим, что у нас сегодня, какая проблема, что я ремонтирую. В общем, сломался рычаг передач. Вот он мой родной. Ну или не родной, я уже не знаю, да? Был. Вот эта часть у него болталась. Все печально было разбито. Здесь вот я не знаю, что и как. В общем, я купил новый рычаг. Вот китайца Шакман. Вот. Это моя старая ручка. Вот такая вот была с саморезиками. Сломанный тут был флагок. Я купил новую сейчас. Вот такую ручку. Рычаг новый полностью. Вот я его уже устанавливаю. Я уже помазал тут все. Видите, будет новый рычаг, новая резиночка даже. Короче, будет все капец какое новое. Так, ну, ставлю и вам показываю, как это будет работать или не будет работать. Сейчас вы все узнаете и увидите. Что это, ребята? Это новый рычаг. Это, смотрите, абсолютно новый. Сколько? 500? Китайский рычаг. 500 рублей стоит? Сколько он стоит? 3200. 3200? Да. Нихуя себе! Какая-то хуйнюшка. Слышишь, как весь ман. Можете ли чебулу ман новый купить? Нет. Сейчас будет абсолютно новый рычаг. Слышь, мы сегодня нажремся. Это дело по этому поводу. По-любому. По-другому никак. Мы сейчас с Сашей в Москву поедем. Ты же не едешь. Если вы подождете меня, я. Мы тебе не подождем, конечно. Все, тогда и езжайте. Нахуй нам такой друг, которого ждать надо. Дальнобойщики. Мы тебя не ждали на дороге, и выражать я тоже ждать не будем. Ну шучу. Ладно, сейчас разберемся. Бля, ну это вообще заебись. Это просто. Я в шоке, тебе телефон звонит. Я знаю, но я не успел здесь. А сейчас еще самое главное отрегулировать его там, когда он туда попадет. Он может, видишь, у меня был вареный, и наклон может меняться. Либо он сейчас будет хорошо стоять, либо придется там шлицевую. Мне кажется, опять. Он будет сейчас вообще стоять просто шикарно. Скорость все включают? Да. И задний? Конечно. Сейчас? Да, вот. Неудобно отсюда, правда. Ну а что эти наклоны зачем? Ну, наверное, у тебя сейчас хороший наклон получается. И что, типа люфта нету? Ну, есть вот здесь. О, боже. А ты сможешь так ездить? А то у нас вон один люфты убрал и еле доехал до Питера. Смотрел это видео? Не. Кто? Дима. Да ладно. Убрал люфты, у меня там какую-то втулку еле доехал. Я не пойму, какой скорость я перемещу. Не, я все собрал как был. Единственное, на старом у меня вот здесь стояла пружина, здесь ее нет. Я не знаю почему. Но и бог с ней, нету. Где тебе в жопу задувать не будет даже, пока ты ехать будешь. Да, скорее всего, смотри, новый просто. Тут поролон раньше был, сейчас его просто нету. Самое главное попасть сейчас вот в то отверстие технологическое. Слушай, я думаю, оно сейчас прям вот стоит, ручка прям туда. Ну. Если кабина начнет опускаться, то она как. Смотри, а она чуть-чуть правее стоит, наверное, левее ее надо, нет? Вот смотри, как-то она право стоит. Тебе не кажется? Давай, опускай кабину. Ну погоди, надо ручку-то прикрутить. Все, сейчас соберу. Кабине прикрутишь, ты сейчас не, сломаешь. Я не хочу. Да не сломаю, я потихонечку буду. Ну давай, опускай. Все, опускай, хорошо. Крышки есть? Нету. Нахер пришел.